お出口は右側です。This is a Yamanote train stop for 新宿 and 渋谷。次は新宿。お出口は左側です。Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Уракун. И сейчас я нахожусь в самом центре бетонных джунглей Японии, это Токио. Я сейчас приехал на станцию Синджуку, приехал сюда по делу, попозже расскажу. Решил записать видео, небольшую прогулку, как и обещал вам. Вот, посмотрите, какая здесь движуха. Настоящий муравейник просто. Значит, что у нас по плану, друзья? Мы сегодня с вами прогуляемся туда, вот в самую гущу, до этих небоскребов, зайдем там на интересную локацию, просто пройдемся по интересным тут улочкам, магазинчикам. Вперед! Итак, ребят, сегодня у нас нету конкретной цели, просто прогуляемся и посмотрим, что здесь у нас сегодня в пятницу творится. В центре Токио. Тут газетки раздают. Да, людей здесь, конечно, очень-очень много. Жить здесь, в центре Токио, конечно, но надо просто это принимать. Кто-то прям любит, кто-то просто не может здесь жить. Это я отношусь к таким людям. Я вообще не любитель вот такой вот жизни. Вы посмотрите, как все кишит. Мы когда приезжаем сюда с Рии в Токио, меня максимум хватает часа на 4, на 5. И мне хочется быстрее уже вернуться домой, в наш спальный райончик, где все тихо и спокойно. А здесь вот на тротуаре даже такие потоки людей. Так, расскажу, я приехал сегодня сюда по делу. Я сейчас готовлю выпуск про общественные телефоны Японии. Кстати, вот один из этих представителей. Вот, и я приехал сюда разведать кое-какие локации, которые необходимы мне для моего выпуска. Давайте сюда пойдем, в такой более тихий райончик. Вот, и я приехал сюда, я уже прошелся по всем местам, которые меня интересовали, посмотрел различные телефоны. Я кое-что увидел здесь очень-очень редкое, что сам вижу впервые. Но это по отношению к телефонам общественным. Я очень сильно удивился, обязательно об этом расскажу в выпуске. Так, здесь у нас улочки со всевозможными ресторанчиками, всякими барами и прочими. Так, здесь у нас вот этот игровые автоматы пачинко. Вон там сидят зомби, люди зомби. Вот, правда, приносят и отдают туда все свои зарплаты. Так, вот здесь у нас такая тоже улочка. Прямо по центру у нас центральный офис почтовой службы. Синджуку пост офис. Так, а мы куда с вами? А, ну давайте немножечко туда дальше и прогуляемся.
там всевозможные флаги висят, разная кухня разных стран. Вьетнам, Италия, Япония. Вот, кстати, интересно, обратите внимание, как строится здание. Недавно здесь было здание, его снесли. Там глубина еще метров 7, наверное, вниз. И вот так устанавливается кран. И здесь вот будет здание вплотную к другим зданиям. Вообще, надо же, система какая. А внизу, скорее всего, будет парковка. Ну, какая жаба интересная. Жабаненок какой забавный. Блин, я всегда обращаю такие на всякие мелочи, особенно вот японские ресторанчики я люблю. Классно вообще, так оформляют. Интересно, такие всякие тут персонажи, статуи. Там вон аквариум с живой рыбой. Да, здорово. Да, в Токио вот таких вот автоматов, напитков вообще просто кишит. Их тут везде, на целом шагу. Так, и здесь у нас тоже всякие ресторанчики. Туда дальше пошел огромный магазин цифровой техники. Кстати, я планировал видео тоже о нем снять. Про фотоаппараты. Там продают абсолютно все. Представляете? Там на первом этаже отдел по аналоговой фотографии. То есть это фотопленка, все там фотофиксажи, все химикаты, в общем. Для того, чтобы фотографировать на пленку и проявлять самому дома. Ну и второй этаж, там все пошла-пошла, там третий, около 7 этажей, по-моему. Все цифровая техника. Вообще класс. Так, ну а мы с вами куда идем? Давайте здесь сейчас дорогу перейдем с вами. О, какой классный микроавтобус стоит. Конца 19 века. Фу ты, господи, 20 века. Это у нас Toyota Hiace. Вообще класс. Я люблю очень такие машины винтажные. Вот. Удивляет то, что японцы готовы платить за них очень огромные деньги, чтобы ездить вот на такой машине. Я не знаю, это вот едет сейчас человек на последней модели Toyota Crown. И, ну да, она очень дорогая. Вот. Но когда рядом проезжает вот такой же человек на микроавтобусе, там какого-нибудь 88-го года выпуска, то по статусу они оба круто выглядят, потому что у того дорогая машина, да, скажем, а у того кучу налогов, страховок, еще может быть даже выше, чем у того на новом Крауне. Так, мы с вами немножко отдалились от центральной дороги. И попадаем вот в такую локацию интересную. Сейчас мы с вами прогуляемся там вот в этих высотных домах. Слышите, да? Здесь уже буквально появляется зелень, деревья, где есть уже клумбы. И мы сразу слышим здесь пение цикад. Очень громко. Вообще очень много. Здесь, кстати, вот такая аллейка. Ребят, я в прошлом году здесь был. Просто здесь, так сказать, круги нарезал. Не по делу, просто прогуливался, смотрел. И вы представляете, я просто вот считаю, где и мы с вами сейчас были, в такой центральной части Токио, Синдзюку, где абсолютно все, как говорится, цивилизованно, современно, да. И вот мы с вами отошли сейчас буквально тут 7 минут пешком. И вот здесь под мостом находится просто огромное, огромное количество бездомных людей. Я не знаю, как сейчас, возможно, их стало уже поменьше. Потому что я читал, кстати, статистику про бездомных людей в Японии. Она, ну, например, там возьмем 80-й год, да, там было, допустим, ну, к примеру, 100 тысяч, да, бездомных людей во всей Японии. То на сегодня их уже вообще там осталось, допустим, 2000. Вы представляете? Там была какая-то запущена программа государственная, которая вот помогла реабилитироваться всем этим людям.
Вот обратите внимание, какие здесь коммуникации под землей. Вот мы с вами ходим там наверху, а здесь под всеми центральными улицами и зданиями находится парковка. О, а здесь, кстати, офис Tesla. Давайте пройдем мимо, посмотрим. Кстати, я сам никогда не видел ни разу автосалона Теслы. Там вот даже стоят бибики. Причем прям на подзарядке уже. Я, если честно, не разбираюсь в модельном ряде этого бренда. Ну, то есть Tesla да Tesla. Как бы, да, круто, что она вот такая вся электрическая. Но лично меня эта машина вообще не привлекает. Вот, обратите внимание, три машины стоят, да? И они все одинаковые. Возможно, эти модели разные, но на вид они все одинаковые. Забавно, да. Она мне даже Солярис напоминает, Hyundai. То есть, ну, внешний вид, дизайн, как бы, ну, вообще никакой. Но это чисто лично мое мнение. То есть, ничего особенного. Начинка, да, я не буду спорить. Там все, конечно, очень круто, интересно. И то можно поспорить, да? Так, ребят, ну, в общем, вот такие тут кругом небоскребы. Цикады тут резвятся очень-очень громко. Сейчас мы с вами зайдем вот на этот мост. Перейдем здесь дорогу. И попадем в очень интересное место. Я, если честно, даже не знаю, не выяснял, что это за локация такая. Блин, я, если честно, прям вот, ну, не могу вот это принять и привыкнуть вот к этому, к этим локациям. Вот все, как это сделано, на совесть. Все вот эти ступенечки, перила, все друг с другом взаимодействует. И, не знаю, очень удобно ездить и на велосипеде, и человек, который на коляске передвигается. Просто, не нужно нигде прыгать, скакать. Вот они везде, посмотрите, плавные переходы. Я вот на это обращаю внимание, вот посмотрите. Вот просто вот так вот, как говорится, в одной плоскости все находится, это очень круто. Так, мы попадаем здесь еще вот на такую аллейку. Классную. Все так чистенько, вообще классно. Блин, ну вот эти, как его, одно здание, либо два, не знаю, как выразиться. Просто огромное. Так, здесь у нас в основном таксисты стоят почему-то в таком месте непонятном. Блин, вообще, вот туда вот так посмотреть, это такие локации там. Я не знаю, здесь вообще бы на велосипеде покататься. Да и пешком можно просто погулять, посмотреть. Я прям не знаю, я вот там ни разу не был вообще. Ребят, если интересно погулять вот в таких локациях, напишите в комментариях, я обязательно сниму видео об этом. Если вот такие прогулки вам интересны. Просто те, кто долго уже на моем канале, вы знаете, да, что... Я в основном, концепция моего канала — это прогулки по нетуристическим местам Японии. Это всякие спальные районы, там деревни какие-то, еще там местечки, куда вообще там не ступает даже нога японца. Да, интересно. Даже вот в таком арке есть общественный телефон. И причем он расположен, обратите внимание, вот с моим ростом. Он расположен мне прям, можно сказать, по пояс, в такой маленькой будке с подсветочкой. Кстати, расскажу, что это модель телефона 1986 года выпуска. Вы можете себе представить? Телефончик стоит целый, рабочий, класс.
среди таких современных небоскребов. Да, вообще, я представляю, был бы я каким-нибудь инженером, конструктором, я бы тут вообще по достоинству бы оценил все вот эти коммуникации, локации, все вот эти строения. Я просто не могу понять вот этой глубины, да, ну, сложности исполнения всех вот этих строений. Вы посмотрите, ребят. Вообще, я, в общем, однажды я вот здесь мимо просто проходил по аллее, и я влево голову повернул и увидел здесь такую локацию, просто здесь такая, скажем, мини-площадь, да не мини, нифига. Вот, а здесь вот дорога проходит, это вот мост, где мы с вами сейчас шли, там вот трасса. О, здесь у нас еще эскалаторы есть куда-то еще на нижний уровень. Ну, вообще, слушайте. А, все, я понял. Ребят, вот это еще и фонтан, представляете? Он сейчас просто не работает. Здесь сливается вода вниз туда. Вообще здорово. Там, а там, по-моему, вход то ли в метро, то ли еще какие-то там офисные здания. Да, интересно. И вот такие здесь скульптуры стоят обнаженных женщин. Кстати, вот такие скульптуры обнаженных женщин в Японии очень часто можно везде встретить. Мы даже там рядом с нашим домом есть средняя школа и рядом младшая школа. И прям между этими школами такой большой постамент, и на нем такие две обнаженные женщины стоят. Я думаю, блин, вот зачем? Я говорю, зачем в таком месте делать такой монумент, памятник? Тут детишки бегают. Ну вот. Такое у японцев видение искусства. Так, солнышка у нас сегодня нету. Надеюсь, картинка не сильно темной будет. А вот это интересное, как это сказать? Даже не знаю, как это назвать. В общем, устройство, да, вот это вот элементы, вот эти квадратные, они установлены на подшипниках, и под воздействием ветра они крутятся в разных, так сказать, каждый элемент на своей оси крутится. И выглядит это очень интересно. Даже, я бы сказал, как-то зомбирующе. Вот. Так, ну что, давайте мы с вами... А, там таксист отдыхает, спит. Устал, бедняга. Да, я кстати, работал в такси несколько лет. Я прекрасно знаю, что это за труд. Так, ребят, ну что, давайте пройдемся сейчас здесь под мостом. Я вижу, кстати, там уже вот эти палатки этих бездомных людей. И хочу еще отметить, что здесь стоит очень неприятный запах, скажем так. Вот, вы посмотрите, какие там локации огромные просто. И по эту, и по ту сторону, кстати, бездомные люди. Да, это просто удивительно. Я вот ранее рассказывал вам про то, что была успешная программа государственная в Японии, которая, можно сказать, победила проблему бездомных людей. Но вот, как мы видим, все-таки вот они, дома вот эти есть, тут, назовем их так. В основном они вот из картона. Здесь все накрыто. Вот они собирают железные банки, вот эти алюминиевые, а потом их сдают. Здесь же у нас таксисты тоже опять. О, на той стороне вы видите тоже вот эти картонные дома. Там их тоже очень много. Вот, несмотря на то, что японская программа государственная победила это все, я читал статью о том, типа, почему, да, вы спросите, а почему же эти люди здесь живут?
А потому что это их выбор. Здесь я читал статью японскую. Там японец один описывал, что... Вот, пожалуйста, видите, человек там лежит. То ли женщина, то ли мужчина, я не знаю. Здесь, прямо вот у дороги. В общем, японец писал про этих бездомных людей, что, скажем, знаете, те люди, которые просто ломают систему, это вот такой протест их, да, ко всему социуму. В общем, они ведут такой асоциальный образ жизни. Это просто их выбор. Вот еще дом, пожалуйста. И тут птицы. Голуби здесь что-то клюют. Кстати, там вот человек лежит. Может, вы видите? Рука, колени. Да, это, конечно, это грустно на самом деле. Но, с другой стороны, я не знаю, если человеку больше нравится так жить, ну, не знаю. Возможно, мы с вами просто чего-то не понимаем, тех мыслей людей. Вот. Так что вот так вот. Но в основном это, конечно, все пожилые дедушки и бабушки. Возможно, у них даже есть родственники. Я не знаю. Вот. Но в любом случае, я думаю, какие-то средства у них, ежемесячные поступления есть. Такие, как там пенсия та же. Обязательно, я думаю, у них есть выплата. И этого им хватает. Точнее, ну как хватает. Ну, этого им достаточно. Ну, вообще удивительно, просто удивительно. Потому что такая богатая страна. Ну да ладно. Так, а вот здесь вот куча голубей. И вот мы видим, опять здесь живет человек под мостом. Что-то у него маленький столик там. А, он эти японские сканворды разгадывает там. Как они там называются? Судоку или как? А вот посмотрите, тоже бывшее жилье бездомного человека. Но здесь уже явно никого нет. Итак, друзья, все, давайте, я говорю вам всем до свидания. Я, как всегда, вам всем желаю добра. С вами был Уракун. Сайонара. Пока-пока, друзья.